подъездную дорогу сделали здесь вот, да. По кладбищу практически. Да. Караул. Где-то Чапай. Вот здесь будет проходить объездная вся. Какая-то знатная дорога здесь стала. Аня пошла гулять. Тут, наверное, будет это... Ну, что-то закрытое, наверное, будет. А, здесь мост, наверное, будет, скорее всего. Нет? Нет, не стоит. Соня должна будет кувшином приехать. Фига себе, они спуск какой сделали. Соня в Кувшиново должна поехать. Охренеть. Нет, нет. В общем, тут до первой аварии, нет, я так понимаю. Нет, вот они с этой... Дождь. Может, это Времянка. А? Может, это Времянка. Думаешь, Времянка? Гулять, а... Вообще, конечно. Едем к Ксюше в деревню прогуляться и кроликов смотреть. Солнце. Да и что тебе кролики нужны? Ты бритый нужен кроликам? Какое солнце шпарит, я ничего не вижу. А справа машина стоит? Нет, никакой справа машины. Чего болтаешься? Красота, любуйся природой, милый. Мне бы стопку, блин. Стопку где? Вот сюда мы съезжали с матерью. Вот в этот куда-то лесок. Вот, вот тут вот поворот будет сейчас на это. Вот, на Первомайские горки. Вот мы сюда съехали. И вот туда в лес поехали. Ну вот ты пальцами, ты не тырка, сейчас без глаз останусь. Вот в том лесу мы грибы собирали. Много? Ну, представляешь, в октябре месяце. Не очень, но что там... Лес мы там обнаружили, березняк хороший. Я говорю, мам, на будущий год надо туда сходить. Лошадки. На дорогу смотри, лошадка. Лошадки. Тут, по-моему, это... Пониферма. Пониферма, да. Вон они, лошадки. Лошадки. Чуть дохлые, блин. Не кормят, что ли? Не кормят. Травы. Травы вроде много. На лугу, на лугу, на лугу пасутся. Ко! Правильно. Кони. Так, вот здесь, по-моему, нет. Это Палагина. Нет, Палагина. Деревни длинные-длинные. Палагина длинная. Нет, не здесь. Она по дороге длинная, это туда, в ту сторону длинная. А-а-а. Длинная деревня по дороге. Это доехал, ехал, 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 блин. Палагина тоже очень дорогие дома. Мы сюда поворачивали в эту влево. Вот тут съезд был, вот он и сейчас есть. И прям к реке туда. Там были эти мосточки всякие. А теперь все тут огорожено. Здесь какой-то пруд теперь сделали частный. Подъезд прям к нему. Вон там кипит уже. А, они до сих пор лежат? Мы, значит, до них не доехали с мамой. Какое красивое. Смотри, какой закат красивый. Посмотри на природу. Глазками сфотографируй, чтобы память... Тихо! Шифером шуша! Память потом тебе эти моменты вышкребет в один прекрасный день. Такую красоту. На дорогу смотри, красота. Смотрю. Куда же мне еще смотреть, как не на дорогу? Трубино вот это, которое туда направо уходит. Я в жизнь больше не поеду по этой дороге. Как мы ночью тогда ехали на поезд на этот Трубино. Станция Трубино. А чего там правда спали? А там бабка потерялась. Сама, которая вышла? Сама, которая вышла, да, на следующий день. Янки же тут подруги здесь, что ли, живут? Да.
Янка так это, поиск объявили, а Янка такая на месте. На месте, она уже, она как раз сюда гулять приехала. И это, и она до этой бабки не дошла буквально немного. Там не пройти, а бабка туда прошла. Вот как только не пройти, значит, там точно надо искать. Значит, там точно. Ну и на следующий день бабка оттуда и вышла. Ой. Но дорога там была просто убитая вся. Какая у Ксюши тут красота растет, она ее тут прячет. Она на передний фон, ты ее должна. А такие красивые прям. А листочки какие интересные. И какой тут у тебя... Ксюша, а вот это что, Ксюш? Вот это кто? А что он фиолетовый? Ой, какой красивый орех. Нет, у нее тут такая красота прячется. Ну что? Пионы тоже быстро вянут. Пойдем это, кролика посмотрим. Эй, Кэтик, пойдем. У тебя уже жасмин. Да какой ирис, я в них не понимаю. Уже жасмин. Привет, Игорюш. Как ваш, ничего? Вот у нее тут красота-то какая. Божечки мои, божечки мои, ой, а вот там они у тебя, смотри, как много, вообще. Тебе надо вот этих белых или тех синих? Белых, вот этих красивых, которые с каемочкой красивые. У меня таких нету. Слушай, Кэти, а у меня такие еще есть, у меня вот они, лилейники. Вот будут. Лилейник у меня есть, вот желтый у меня такой есть. Вот, а вот это еще не расцвел. Это коричневый, по-моему. Да что ты. Слушай, у тебя комаров-то тут сколько. Вот они разные здесь все сидят. Ароматные какие-то есть. Такие трехслойные какие-то. Так вот я туда иду. Вон сколько у меня их. Вон их куда. Где? Вдоль забора. Вон сидят. Видишь? Охренеть. Вот ни хера себе она выкинула. Ну, они не нужны были. Они взбесили. Ну, знаешь, их сколько наросло. Я все... Знаешь, какие у меня тюльпаны? Ты глянь, у меня какие клумбы. Вот эти. Я тебе отдам тюльпан, а ты мне дай эти. Обмен. Бартер. Ой, у нее в каждой этой по тюльпану. Так не было вот таких вот. Это ты когда сделала? Оно было все. Не было в том году ни хера этого. Обалдела? Мне уже много лет это. Да что я не видела? Ух, ничего себе. Они были ярко-желтые. Как желтые? Тюльпан желтый. Потом он становится белый. А потом вот такой. Как это так? Вот такой сорт тюльпана. Ничего себе. Вот они, вот такими растут, видишь, вот букетами. Обалдеть. В том году здесь было... Ну, Кэтик, а ты самый главный цветочек. Да? Где у тебя тут грибы, нету? Нету. Под березовиков, под березами.
вкусного и интересного. Пойдем, где маленький кролик? Надо Михалычу показать. Он же это... Не хочет, блядь, клетку строить. Надо, чтоб построил. Уф, ничего себе. Просто она была... Ай, все. И главное, она даже цветочки были. Ой. Уже такие красивые. А как так-то, Оксан? Не знаю, не знаю. Она что, замерзла? Я не знаю, что произошло. Вот с ней что произошло. Охренеть. Вот она, видишь? Все. Картошку кто-то съел. Всю картоху сожрали, Катя, ты бы видела. Опрыскивать надо срочно. У меня на том поле вообще некоторые стоят, одни палки. Так это колорадские, нет? Нет, это какие-то черные жучки. А-а-а. Кляк, что ли? Нет, жучки. Ой, сколько. Вон они рыженькие. Вот он рыжик. Я уже его вижу. Вот они рыженькие. Боже мой. Караул. Вот он. Ты мой зайчик. Ты зайчик такой. Господи, подержи. Маленький. Вот ты. Не дергайся. Маленький. Лапки у тебя какие. Ой, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Они дикие, вот эти очень дикие. Где хозяин? Она хочет домой. Я не могу. Дима. Ну иди сюда. Ну подойди поближе. Я их трогать. Да не трогай, ты посмотри на него просто. Посмотри, какой он хорошенький. Дим. Дима, сюда иди. Хочу я туда идти. Ближе подойди, пожалуйста. Отсюда вижу. Смотри, какой хорошенький. Смотри, какой он маленький. Ну, смотри, какой он хорошенький. Ну, а сделай клетку-то мне. Ну, лучше нам не кушать. Нам не кушать. Вон там красиво. Ну, подожди пока. Она вот так красивая, с черным носом. Где с черным носом? Рыжий. Ой, какие хорошенькие все они, боже мой. Вон он точно с черным носом. Я вижу его. Вон тот, да. Сетку, да, ой, вообще. Эй, привет, носик. Носик, привет. Вот он какой красавчик. Есть еще шоколад. Смотри, у него уже какие красивые. Зайка. Вот беленький зайчик. А ты не боишься? Конечно, они там это самое. А это просто серенькие. Вот эти вообще классные. Нет, вот здесь есть, а где, которого мы забирали? Это где кроль этот? Мужик-то этот? Кроль. Кролик. Ты, ну, кролик. А, вон на улице, который уворки? Да. Ну, какой хорошенький. Зайчик. Вторая еще орала. Штук на там еще говорит. Там, что, здесь, смотри. Вот там. Этого мы, да, брали? Да. Фига он как вырос-то. Вырос? Да. Какой хорошенький. Эй, привет, дружок. Дим. Нам не кушать. Ну давай кролику. Ты лодку купила? Все. А мне кролика. Нифига себе сравнение. Тебе... лодка и кролик. Это большая разница. Дим. Ты понимаешь, нам для семьи. Понимаешь, для семьи. Кого, лодка? Кролик. Это сынок будет ваш. Дим. Не надо. Ну пожалуйста. Да что ты мне так говоришь? Ну ты мне клетку сделай. Клетку в коробке поживет, вон в бане поживет. Какая-то. Пожалуйста, сделай мне клеточку. Смотри, какие хорошенькие. Смотри, какие зайчики. Ну и что, зайчики? А у нас новый житель. Такой очень пугливый.
моя подруга мне подарила кролика. Артём, куда ты залез, сынок? Сына, куда ты залез? Стешу охранять. Как она листики ивняка кушает, бредняка. Какая Стеша красивая. Стешечка. Зоопарк вместе с котами. Это тигр, да, сынок? Пойдем домой, сынок. Стеша кушает. Стеша девочка кушает, да? Стешенька. Пойдем, Стешек. Фу, Стешек, Степик. Степик, Темик. Пойдем, сынок. Артем, пойдешь домой или Стешу будешь охранять? Пошли, Тём. Пошли домой-то. Пойдёшь? Тём. Артём, пойдёшь? Фиг с тобой. Так, Петунья, что тут у меня прижилась? Скоро приду поливать, пока. Вот, лилейники распустились. Красивые какие. Так, ладно, я пошла в дом. У меня там пицца жарится. Пицца, пицца. Сегодня праздничный день. День России. О, кто-то диван вытащил. Не нужен, что ли? Или с клопами? Так, ладно, иду домой.